Проснись, Нео. Ты увяз в матрице. Что за черт? Следуй за белым кроликом. Тук-тук, Нео. Кто там? Фазенда Промо. Иду. Что случилось? Все в порядке, друг? Ты выглядишь усталым. Мой компьютер. Тебе знакомо это чувство, когда не понимаешь, где сон, а где реальность? Да, это называется мескалин. От него просто улет. Слушай, у нас тут 12 августа открывается портал в измерение Z. Не хочешь с нами, а? Возьмем его? Конечно, возьмем. Не, ребят, я не могу. У меня работа, ипотека, кредит платить надо. Собака, теща, может, в другой раз? Да пойдем, будет круто, я обещаю. Почему бы и нет? Ты хочешь знать, кто будет выступать на нашем рэве? XP Voodoo, Дмитрий Гайдук и другие супер-диджеи. А также мы еще будем праздновать день рождения Нексуса. Он-то взорвет танцпол. Ведь 30 лет — не шуточный возраст. Ты можешь брать с собой друзей и приезжать с палатками. Вполне возможно даже, что мы зависнем там аж на 2 дня. Так что я не вижу никаких причин, чтобы отказываться от такого заманчивого предложения. А что за музыка будет? Психоделик транс, дружище, всю ночь. А днем мы посмотрим по обстоятельствам. Но в самом начале сказочник будет рассказывать нам сказки, готовя нас к улету. Все это будет происходить на лесной опушке, на берегу реки, а танцпол будет оборудован по последнему слову техники. Ты увидишь все сам. Это твой последний шанс. После уже не будет пути назад. Ешь синюю таблетку, история закончится. Ты проснешься в своей кровати и ничего не вспомнишь о моем предложении. Ешь красную таблетку и оставайся с нами. Я покажу тебе, как глубоко ведет кроличья нора. Запомни, мероприятие состоится только в хорошую погоду. Если будет дождь, мы переносим на следующие выходные. Пойдем со мной. Жду уже рейва, не могу, пиздец. Да, уже просто вот прям...
Ha ha ha!